Добрый день, дорогие друзья! Сезонный фитнес – тема этого небольшого видео. И есть понятие летнего фитнеса и зимнего фитнеса. Как и еда, как и сон, как и одежда у человека летом и зимой, они, конечно же, меняются. И существование сезонного фитнеса – это факт. И я приведу два примера. Представьте себе утро, когда человек садится на велосипед, едет определенное расстояние, подъезжает к озеру, морю или речке и там плавает, а затем выполняет упражнения по йоге и вновь садится на велосипед или бежит домой. И в разнообразии лето-зима фитнеса это позитивная, хорошая составляющая, потому что одно и то же, что зимой, что летом, это на самом деле неприемлемо, и поэтому в фитнесе должно быть разнообразие. Зимой это может быть велотренажер или беговая дорожка, затем тренажеры, затем плавание, а затем посещение сауны. И в этом разнообразии кроется как раз и сезонность. Поэтому использовать природный компонент и физиопроцедуры в виде солнца, воздуха и воды, конечно же, необходимо. И поэтому разнообразие фитнеса, оно существует. Сезонный фитнес есть, и его необходимо применять. Порассуждайте об этом. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.